Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Вуди и специальный гость. Вот он кивает нам голову. И так это я удачно призумился. Как вы можете видеть по нику, это Тутти Фрутти. Поприветствуем его. Да, первый раз он у нас на обзоре. Собственно, это человек, который, когда увидел эту карту, решил, что... Зачем искать какие-то роуты, что-то париться? Буду делать сразу ультимейт топ. И все, да? 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 Да. Так классно кивает. Сука. В этом можно, типа, вырезать и коуп какой-нибудь сделать. Если есть умельцы, пожалуйста, сделайте это. В общем, да. Я буду делать первый обзор, потому что эту карту я не играл. А дальнейшее, в принципе, покажет сам Дмитрий Олегович. Давай, приступай. Да, в общем-то, из нюансов я сразу сэкономлю время Димона. Ну и все знают, я думаю, здесь можно облететь старт, потому что триггер не широкий. Делается это очень просто. В ИКУ-3 это, к сожалению, невозможно, хотя, может быть, и возможно, но... Типа, что-то хуй знает. В ИКУ-3, скорее всего... Движонок невозможно. Да, ну, скорее всего, нельзя. В общем-то, нигде у нас здесь не срезать. Карта выглядит примерно... Как бы многоэтажный, так можно назвать. Сейчас мы бегаем по первому этажу. Никуда залезть на всякие уступы нельзя. Здесь у нас клип, это не наклонная. Хотя, если бы наклонная, можно было бы, наверное, срезать, да, как-нибудь туда залететь, либо туда. Далее у нас все. Везде-везде торчат эти элементы второго этажа. И вот нам дают возможность на него залезть. Движемся дальше. И вот, как бы такая немного... Лабиринтная карта. Сделана она, кстати, я сейчас вам скажу, кем. Сделана она ХЗ кем. Так и называется, автор ХЗ. Но я помнил, кто это мапил, Зерк говорил, но, честно говоря, запамятовал. Здесь у нас небольшой даже... Ой, это про скилл, бляха-муха. Небольшой элемент тортуры, я хотел сказать, и тут же упал. Ну, ничего страшного. Да. Да, и не обращайте внимания, я просто в небольшом отпуске. Так, собственно, вот очень быстро мы добегаем до этого места. Прыжок, прыжок, прыжок. Прыжок. Элемент тортуры. Аккуратненько. Так, идем дальше. Угу. Ну, главное, что тут все оптимизировано под ВК-3, потому что, допустим, вот этот момент в ВК-3 было бы сложнее проходить. А хотя тут прямая. Ну, вот этот. Окей. Ну, в общем-то, карта достаточно оптимизирована под обе физики. Тут нам дают уже возможность забраться на третий этаж. И этот третий этаж, он уже получается финальный. Тут уже просто поверху прыгаем. И читы включены, собственно, потому что, как мы видим, премиум читы тут написано. И... Финишируется карта. И самое интересное, давай, Дмитрий, покажи вначале тогда роуты, а потом самое интересное. Ну, в общем-то, да, тут старт облетается, причем облетается довольно просто. Да. Через 5 минут вы уже просто не будете замечать, как вы облетаете. Ну, тут прыгаем, прыгаем, тут вообще роутов нет. Вот тут уже начинаются роуты. Угу. Во-первых, можно срезать вон туда прыгнуть, то есть сделать буквально два прыжка, тут разогнать. И залететь вот сюда. Ну, довольно просто делается. Ну да, да. Поэтому у тебя до того, как мы начали писать обзор, ни разу не получилось. Ну, мы приготовили, если что, демки Веспа. Кто не смотрит потом разбор демок, либо не смотрит вот этот разбор. Я знаю, что, наверное, многие проматывают. Не волнуйтесь, мы все покажем. Но тут это еще не единственный роут. Тут можно еще сделать тут прыжка, два прыжка. И заскинуть вот эту стенку. Попасть сразу вот сюда и срезать большую часть карты. Тоже такой не очень простой роут. Максимально тонкая вещь. Тут если не добрать один упс, то все, вы не долетите. Да, за что? В натуре? Да, в натуре. Я в таймскейле 0.1 пытался. Это получалось. 1 из 10. Это вообще очень сложно. Жесть. Ну, в принципе, дальше, если прыгать дальше по коридорам, то, в общем-то, никаких роутов нет. Все достаточно прямо. Скучненько. Ну да, и наверху здесь, в принципе, тоже делать особо нечего, просто по прямой. Чик-чик-чик. Желательно без дабл-джампов.
Ну и как бы тут финиш, но самое интересное на этой карте это то, что на весь первый этаж тут можно словить гэлоп. И из-за этого можно вот тут вот сделать ультимейт со звобом и зацепить старт-таймер. Ну, ультимейт и звоб мы уж не будем говорить, что это. Все уже, наверное. Ну да, не, ну можно пояснить, в принципе, что ультимейт это оп, при котором ты сбрасываешь в полете скорость до нуля и поднимаешься обратно, ну и делаешь, получается, как бы обычный оп. Суть этого оба как раз в том, чтобы сбросить эту скорость до нуля без, так скажем, подручных средств, да, типа того, как вот сейчас Дмитрий пытается. Вот, изи, изи, просто изи, ребят. И тут, да, сложность в том, что нужно как это сделать звоп в какую сторону? Вот в сторону таймера. Таймера. Жесть. Это чтобы обратно потом залететь. Еще... Да-да-да, и потом еще чтобы развернуться и упасть туда. Жесть. Так, а вариант, если ты обратно сразу залетаешь? Это приближенно к невозможному, я считаю, потому что это нужно прям вот каким-то кончиком ногтя большого пальца ноги зацепить таймер, блин, мизинчиком. Залететь обратно. Да. Но это еще если вы залетите, это не факт, что вы вот эту яму перепрыгнете, она довольно трудно перелетается. Ну, с нервами. Ну да, когда на нервике, наверное, да. Ну и можно, если вам лень делать ультимейт, можно тупо скользнуть и начать прыгать. Ну да, кстати, вот как вариант. Только надо тоже попытаться умудриться зацепить старт-таймер тут. Да, вот. То. Он довольно просто ловится тут. Ну, в принципе, тут больше роутов-то и нет. По идее, карта прямая же. Да, карта. Я больше не знаю, что рассказать толком. Ну, вот тут единственный момент с этим звобом. А ты пытался с таймскейлом... Типа, обратно залететь. Возможно, это вообще... Что-то пытался, не получилось вообще. А говорили, типа, варпак якобы, да, делал? Но... Да-да-да, но у него демки нет, он упал в яму. Ну, хз. Ну, варпак, давай, пруфы, давай. Если ты делал раз, сможешь и второй, правильно? Ну, давай, Димон, еще попробуй. А сделай, ну, сделай роут прямо. Давай мы немного потратим времени на это. Потому что так быстро переходить к демкам, это такое... Ты именно вот кнопкой вперед просто скидывал и все, да? Без. Нет, тут. Без плюс стрейфа. А, плюс стрейфом, да? Ага. Да-да-да. Ну это очень сложный элемент, не знаю. Ну это сложный, да. Но тем не менее, несмотря на то, что это сложный элемент, типа, блин. Задрочили его как раз-таки люди не особо высокого скилла, можно так сказать. Ну, типа, не топчики прямо, не отцы, а просто взяли и сделали. Но на мужика просто. Пять упсов. Да и говорю, блядь. Пять упсов постоянно остается. Шесть. Ну, у Веспы это, конечно, выглядит как скрипт. И скорее всего. И скорее всего, это скрипт. Ну, я в таймскейле смотрел, там вообще прям все движения, они прям фрейм во фрейм начинаются и заканчиваются вместе прям. Статично. Ну, Весп, короче, блядь. Весп, завязывай. В натуре Весп. Ну, в принципе, ок. Наверное, я не знаю. Можем пойти посмотреть дымки. Ну, это сложно. Но это не изи, да. Ну, тут еще такая тонкая херобора есть. Если делать своп отсюда и задевать таймер, то получается медленнее, чем если бы делать своп отсюда. Потому что позже задеваешь таймер там. Ну да, да. Но это сложная схема. В принципе, собом у нас сделало, получается, 3 человека. И это очень круто. Это прямо овер круто. Причем, ну ладно, мы в демках, в принципе, там увидим. Ну, я думаю, можно переходить ну, да. К демулькам.
Так, ну пойдем. Имоны. Третий раунд у нас. Вот у нас депки Веспа. Я их в самом конце покажу после ВК 3 ЦП. Начинаем по традиции с ВК 3. Геймрок. Минута 06 и 4. Балы. Так. У тебя запустилось? Вот запускается. Вот сейчас. Все. Да? Нормально? Но все равно рассинхрон небольшой будет. Так, ну что, геймрок? Тихонечко, никуда не спешим. Сервер тайм 2 минуты. Сразу понятно, что старался геймрок. Не очень хорошо. Ну, геймрок говорил уже неоднократно, что в ВК3 он посылает чисто, чтобы набить рейтинг. Серьезно? Что-то я пропускал этот момент. Где он такое говорил? Ну, геймрок, слушай, если ты будешь чисто для рейтинга посылать, то мы будем вынуждены отказывать тебе в обслуживании твоих демок. Почти. Ну, видно, что тортура у геймрока не очень получается. Ну, блин, ну ты геймрок. Это что издеваешься? Что с ним происходит? Угорает, что ли? Так, у меня закончилось. Да, у тебя тоже? О, тоже закончилось, да. А, все, отлично. Ну, вот примерно так и запускай. А, следующий. Римыч 48,9. Балы. Переехал геймрока просто на железной стальной колеснице. Не знаю, к чему такая аллегория, но звучит красиво. Модель, причем, тоже анарки почему-то. Уже более четенько, естественно, потому что Римыч у нас в ВК3 игрок. Да, он в ВК3 игрок? Ну, вроде, или нет? Я думал, он в обеих физике просто так играет. А, ну, может быть. Но у него в ВК3 неплохие результаты были, поэтому, может быть, я поэтому так задумал. Тут уже и спейсинги все знают, уже знают, сколько прыжков, ну, почти знают. Как чего попрыгать, чтобы все нигде не перелететь. Тортуру с первого раза, я надеюсь, сейчас пройдет. Да, вот, тихонечко, оп-оп-оп. Сразу стрейфит, и все, да, и пошел на финиш. Красавчик. Тупо без остановок. Тупо чилит парень в дефраге. А, Зеча, Ирландия! Это у нас, кто смотрит стримы, это у нас Мамилюк, если кто не знал, из Ирландии. Перегнал. Римыча перегнал. Мамилюк первый раз в дефраг зашел. Перегнал, сука, Римыча. Это новый тутти-фрутти растет, ирландский. Ирландская версия. Ты уже боишься, Димон? Да, конечно. Ладно, плей. Ты уже, наверное, давно запустил. Ну, я так смотрю, в таймскейле 0.3. Прыгает четко. Так, все, у меня пошла. А, играет он на моем дефраге, на моем конфиге. Убрал, по-моему, только акселерацию единственное. Ого, у него чекпоинты плюс 1 секунда. Нифига. Ну смотри-ка, у него, кстати, очень даже хорошо получается. Для, так скажем, первых разов это очень круто. А он же до этого в Quake вообще не играл, да? Не, он играл вроде. Я не знаю, пусть, Мобилюк, напиши в комментариях нам свою историю дефрага, и мы тебе все туда поставим лайк. 39.8, очень хорошо прошел, нигде не запнулся, нигде не запутался, просто взял и на мужика затащил. Красавчик. Декус 36.4, плей на 3 секунды. Какие мысли у тебя есть, Димон, по поводу этой карты вообще, в целом? Ну, Маппер Макдак, тот еще сделал такой старт-таймер, протестил ВК3, вроде не прилетает. Ну, тут Декус тоже еще лучше. В принципе, тут нет никаких-то таких моментов, где там что-то перелетается, или там что-нибудь спейсинг кривой. В этом плане карта вообще хороша. Ну и роута, в принципе, тут не особо много. Прямая какая-то. Ну да, такая линейная. ВК3 завязана в основном на
как бы на фреймджампах, на граундфреймах, вот этих, да, да. Почему Кет и зарулил, собственно, неудивительно. Так что, да, такие дела. Декус тоже прошел очень чистенько, уже срезал пару прыжков от Зечи. И вот Хулиган, вот, 34.0 на 2,5 секунды еще перебил Декуса. Плей. Ауфмутри там играл. Это он и есть. Ауфмутри. Неплохо. Так, тоже все прыжки четкие. Хулиган красава. Старая школа. Да. Скинет стенки такие, да. Да. Ну да. Ну он должен знать, что такое скин. Я надеюсь. Ну да. Это же хулиган. Кое-как долетел просто там. Да, да, на сапоги. О, и эффект. Сука. Лол. Перебил эффекта на 100. Лол. Интересно, чем там закончилась война. Кто хочет узнать, обязательно заходите на q3dev.org/records/ название карты и что-то там. Либо просто в поиске. Лунтик 32.7 перебил на 1.3 хулигана Лей. Ну вот Лунтик, бля, Лунтик, такой красава. Просто я не знаю, как передать это на самом деле. В обои физики еще и шпарит. Ну смотри на него, а. Так он, ты видишь, какой рост у него жесткий? Конечно, вижу. Потому что конспектирует все обзоры и туториалы. Просто красава. Что тут скажешь? Даже, блин, вот это вот Ground Frame сейчас был очень классный. Жесткий, да. И везде все нормально пролетел. Да, очень круто. Посередине, кстати, пролетел. Это получше там, да? Ну, типа, да. Типа, да. Траектория, вся херня. Окей. Сити Хабиб перебил Лунтика на соточку. Всего лишь. Но это в ЭКУ-3, ладно, в принципе. И Сити, и Лунтик играют в ЦПМ-физике в основном. Насколько я могу знать, так что... Сити Хабиб 32.6. Плей. Так. Зацепляет какие-то стенки вначале. Граундфреймит соскинил, как волшебно. Как он не врезался. Это реально такой скин был жесткий, мне кажется. У него просто зарандомило тут. Кстати, не рассказали кое-что про Тартуру в ЭКУ-3. Так. То, что там нужно на каждый камешек, на каждый квадратик нужно зарезать не так в тупую, просто там ударяться, там подниматься наверх и прыгать только потом. Нужно как бы не ударяясь, как бы с помощью рампинга, заступа, зарезать наверх, только потом прыгать. А, ну да, да, нужно как бы на него залезть, сделать шаг и прыгать дальше, типа того. Да. Это жестко. Я не знаю, мне интересно, как Кет их пропрыгал, мне кажется, он, возможно, даже и не, ну, так... Типа скорость просто выяснил, при которой врезаться он не будет, и просто так тук-тук-тук-тук-тук, и пропрыгал их быстренько. Там, мне кажется, вот 30+, вот они, вот эти вот старые пердуны, они все так сделали. Причем 30+, во всех смыслах. Им всем по-любому больше 30, и таймы 30-29. Ну ладно, Хейз 31.8, плей. Хейз, Хазе, он же Undead Aero. Он же Шмыга, он же кто-то, он же Улыбочки. Тоже зацепил тут немножко. Ну в ЭКУ-3 тут вроде бы нигде не срезать, да? То есть тут именно такая скиллуха решает. Да, чисто ГФы такие. Заскимил так неплохо. Так. Все четко, в принципе, ну кроме квадратиков. Ну да. И пропрыгал по центру хорошо там. Практически там чуть ли не упал вообще. Да.
Икарус перевел на 800 Кейза плей. Икарус, он же Рейн, он же Шмыка, он же Хейз, он же Зерк, он же Лунтик, он же, кто там, Сапьё, он же Весп. Ну, вот это вот фейк-отдел, вот этот. У него даже моделька красная, как у Веспа. Как у тебя, между прочим, вдруг ты Весп. Да мы все вот эти вот, весь топ-15, я так скажу, это все я, бляха-муха. Мы просто делаем. Окей. Вот, кстати, хорошо пропрыгал квадратики Икарус. Большой-большой молодец. Но с кнопкой, с кнопкой прыжка я бы... Ну вот я на прямой прямо заметил. Нажимаю ее пореже, прямо редко-редко так. Ну не то, что редко, в смысле быстро нажимаю так. Ну в принципе это же прямая, конечная прямая. Там уже просто не до пробела, не до прыжка на самом деле. Хотя там руки трясутся, как тебе еще как-то пробел там нажимать? Нет. Пробел. Пробел, Маус 2, там, Маус 3, какая разница? А, тут же бригант еще и литиум. Что-то да-да-да. Просрал эти таймы. А, так Кет не зарулил, получается, литиум зарулил. Вообще. А что ты меня... Не сиди такие, Кет, бля. Да-да-да, я литиум вообще-то. Не увидел. Ладно, монстрик перебил на 300 Икаруса. Блэй. Монстряк. Монстряк. Уф. Это моделька визора, конечно. У него же рот зашит, ты в курсе, да? Да, да у него все лицо зашито же. Ну да. Кстати, тут вот монстрик не попал в одну зону. Было. Ууу, бля, москаль тебя убьет. Знаешь, хотя он диванда, так кажется. Квадратики медленнее пропрыгал. А вот финиш, возможно... Чуть-чуть побыстрее. Там еще как-то shift нажал? Серьезно? Ты там где-то shift нажал? Мол? Ну, действительно shift? Да, там, ну, типа, полоска у меня отображается, когда shift нажимаешь, типа, полосочка такая в худи. И она промелькнула быстренько. Мол. Типа, нервы, да, это последняя прямая, нервы. Всю клавиатуру истыкал. Да, это хорошо. Так, я на 700 перебил монстрика. Пистолетти, play. У нас примерно синхрится одинаково, да? Димон. Алло. Примерно одинаково синхрится у нас, да? Ну я таймскейлом подравниваю. А как ты узнаешь? Стрим смотрели. Ну я это просто там, по твоим словам там иногда что-нибудь понимаю и подравниваю. А, неплохо. Не, ты запускай прямо сразу, как я говорю имя, попробуем так. Да я и я говорю. Буду, я буду паузу делать еще. Ага, окей. Ну я буду паузу тогда делать еще больше. Ну что сказать, KenX. Стрейф плохой. Из андедов тебя... Тортура неплохо. Прошу. Тортура вот единственное, что неплохо. Может быть тебе Кенджи фулл в тортур поиграть, KenX? Кстати, финишировал неплохо, прям на уголок стоп-таймера. На... Да, неплохо. Ну... Че, бригант? Ну да. Все, KenX свободен. Бригант, а чё, Кианекс, блин, старайся лучше, четвертое место занял, ну, не знаю, тебе, не знаю, Зерк будет недоволен, а я доволен, Кианекс молодец. Бригант, 29,4, поехали. Играл в онлайне, играл там какой-то ZLT, я не знаю, кто это, не помню. С народом общается. Чё-то не знаю, у меня его демка очень сильно лагает. У меня тоже. Уф. Уф. Бля, бригант, ты вроде шаристый чувак, там школа фарша, вся херня. Да, ну да, настройки да. Ты хоть сделай нормальный, ёб твою мать. В натуре. У него, да, у него, скорее всего, онлайн настройки неправильно. Но вот по стрейфу тут, конечно, претензий никаких нету, очень классно все пройдено. Да-да-да. Стрейфит ничего, что не зря насадился на стрейф тут. Да. Чисто топ-2 сделал. Ну, жесткий чувак. И что-то в конце еще там. Лол, лала. Вот тут вытрепывается, мол. Почти Хейдеса перебил. Трифрог-то Хейдес, если кто не знал. И вот, кстати, Литиум. Мы можем увидеть, как? Что он сделал один и тот же тайм с Хейдесом. Не знаю, как там сейчас обстановка. В принципе, мне на самом деле
не очень интересно, поэтому давайте на 40 перевел кет. Бриганда из Венгрии. Поехали. Ну, пока по сп... Ой-ой-ой-ой. Ну, по спейсингу... Очень жесткий рут, да. Грефы у него. Очень жесткая стрейфит. Вот у Бриганда там после первых кубиков, типа, где поворот. У Бриганда там побыстрее. Финиш. Я вообще не понял, где у Бриганда побыстрее, потому что все лагало. Ну, ты еще... Мал, юн, неопытен. Потом разберешься. Ну да, прошел кет. В принципе. Быстро, но есть, конечно, недочеты. И, видимо, эти недочеты смог выполнить и исправить, и пофиксить Lithium из UK 29.3. UK — это у нас United Kingdom. А это у нас Великобритания. А это у нас Англия, походу. Или нет, не Англия. Да, черт его знает. Да, похуй. No. Да, ну вот тут он, видно, что он дожимает прямо некоторые моменты по стрейфу. Везде, по более короткой траектории, мне кажется, даже. Да. И вот он именно дожимает, короче, он, ну вот, это фреймодрочь, но он его вытащил. Молодец. Интересно, че он начал вдруг активничать в дефраге? Типа, ему... Да, он все равно не выиграет в ВВЦ, не знаю. Поздравляем Литиума с первым местом. Да. И переходим. Между прочим, не только на компетишене, а даже в онлайн. Ну да, но если его не перебил Хейдес там. Ну да. Ну и переходим к ЦПМ. Римыч, 40 секунд. Крайнее место, так будем называть. Крайнее у нас в ЦПМ это 23-е. Так что, поехали. 40,8 у Римыча. Играл он на сервере с пуком. Пуп это, по-моему, пук. Пукнуть, да, пуп. Ну да, вроде типа того. Ой-ой-ой, какие финты тут, Римыч. Интересно, он упадет где-нибудь? Я надеюсь, что да. Почему? Ну, будет прикольно. Ну ладно. Смотри, это же такая комедия. Ну да. Это как смотреть на Чарли Чаплина. Он упал. Он упал. Да. Неплохо. Да, ну ЦПМ попроще, конечно, вырулил, хотя... Да, ну да, все, ну то, точно такой же роут использовал, по центру прыгать не стал, видимо, не долетал, возможно, не хватало скилла и все такое. Следующий у нас Батя. Батя? Он же... Батя? Да, Батя? Батя это... Не Дарт Нео Эдик. Ну это Дарт Нео Эдик, а на DFComs у него Батя. А. А, какой самокритичный молодой человек. Перебил на 9 секунд. Play. Из Псковской области. Псковской области. Таймскейлинг. Reported. Ну все понятно. Мы не возьмем тебя в андеды. Бывали у нас уже такие. Кто? Я не знаю. Зерк? У него был, по-моему, таймскейл репорт. Ну да, человек. Терки какие-то были такие. Интересно, а где он заюзал таймскейл? Да, блин, ты видишь, как у него прицел дергается везде, бля. Ну, кстати, да, такое. Ну, 31.4, да, прошел, в принципе, чисто, без косяков, без каких-либо, не споткнулся нигде, в отличие от Римыча, так что зачет тебе, Нео Эдик, ты... Кнопками, стрейфами неплохо владеет. Плюс лев, плюс рай, да, вот это все. Ну и 29.3, да, у нас идет. Да, Дукич. Он же Дукач, он же... О, Дика Фо. Я не знаю, на 2 секунды быстрее плей. Эй, бай, 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 бай.
Итак. Хороший сёркл, моделька kill. Как он прицелом вверх-вниз дёргает, да? Да, прям сексуально. Тебе нравится? Брачный период, вот это все. Да, да. У роботов сейчас, походу, брачный. Типа, он же kill. Он же раньше был человеком. Вроде бы, да. Ну. Как бы. Неплохо прошел Тартуру без даблджампа. А там Тартуру нельзя, кстати, даблджампом срезать? Ты не долетаешь потом на следующий? Не-не, там не получается. Там продумано, да, все? Ну-ну. YouTube на 600 где-то, да, перебил. Play. 28888. Очень красивый тайм. И очень красивый ник. YouTube. У меня как-то был ник Hate YouTube. Тоже. О, помню. Я даже помню, как он пишется. Да, я тоже. Ну, кстати, проходит классненько. Вот, конечно, после первого поворота там с Тартурой небольшой он запоролся. Но ничего страшного, в принципе. Все прошло хорошо. Ну, хороший сёркл и по центру пропрыгал. Молодец. На 40 перебил его 720. Я даже не знаю, ну, типа, как тут критиковать? Тут особо... Ну, вот тут можно, конечно, вот этот сёркл божественный, который можно сравнить только с плазмоджампом утопку на первой карте квалификации. Ну, это 720, он его постоянно так делает. Да, серьезно? Да, я как валидирую постоянно вот этот... Почему-то в другую сторону прыгал, видимо, тут не хватало скорости, чтобы сделать на прыжок больше и набрать больше скорости и смочь перепрыгнуть по центру. Не, он делал так, потому что там циркл с кнопкой V удобнее было делать. Ну это, пусть это будет на его совести. Ну, без обид, 720, старайся лучше, можешь поконспектировать как Лунтик, который тебя перебил, где он? Который тебя перебил на 2 секунды. Можешь поконспектировать туториалы и стать лучше. А на 200 тебя перебил Гимрок из Беларус. Гимрок. Gimrock.com. Неплохо кнопкой V поворачивает. Так и не научился кнопками стрейфами владеть. Да не, он умеет, потому что там удобнее просто было. Ну, постепенно учится, вижу, да. Завернул как-то неудачно, всю скорость сбросил. Если бога нет, то чья это демка? И на финише немножечко споткнулся. Запорол немного там. Ну, совсем. Ну-ка еще 200 снять. Ну, добить, да, надо было, типа... Не знаю, я бы такую демку, наверное, не отправил, мне бы совесть не позволила. Ну да ладно. 28-6. Барин. Перебил на 40. Гимрока. Пошли такие плотные таймы в этой среде. Плей. В таком опять. В среднем скилле у нас опять очень плотные таймы. И это на самом деле хорошо, потому что средних скиллов должно быть много. Чтобы в дальнейшем все эти средние скиллы вместе росли. И составляли друг другу конкуренцию. И росли, собственно, в скилле. И росли в скилле, чтобы расти в скилле, чтобы... Потом перебивать Димона на Сити Рокете, его 18.3, там рекорд будет потом. И вот даблджампами забирался. Ну шо ж такое-то, ну. И да, финишировал, 28.6. Молодец. Единственный минус то, что даблджампами, я понимаю, возможно, это было попроще, но... Типа это медленнее гораздо. Ты бы мог сейчас перебить Sky Island, допустим. И быть выше, получить больше рейтинга, если вдруг ты рейтинга дрочер, как Гимрок. Как тебе такое? Неплохо. А Sky Island из Украины, между прочим, сделал 28.2. На 400 быстрее, давайте посмотрим. Побелёк!
Это я просто для профилактики. Ладно. Знаешь, что за особенность у этой карты? Слушаю. Тут нельзя ставить рандомный лоб. Кстати говоря, да. Тут даже вот эти рампочки в лампочках на первом этаже, они даже, ну и вот здесь вот, где тортура начинается, они даже заклиплены. То есть, тупо не сможешь. Ну, в принципе, есть нарочно, можно ставить рандомный лоб со звоба какого-нибудь, где-нибудь выдумать. Ну вот ну, с этого, с финального вот этого. Ну. Ну да, почему нет? Ну, прошел хорошо. В принципе, Скайлен марку держит, как и Лунтик. А вот Лунтик... Ну, вот, кстати, раньше Лунтик был всегда позади Скайлена в основном. Или они были примерно на одном уровне. А сейчас у них разница в 2 секунды. Скайлен, задумайся. Может быть, тебе... Лунтик просто машина, бля. Лунтик красава. Но, может быть, Скайлену тоже стоит забить. Типа, я ухожу из дефрага. Сказать всем. Вернуться через 2 недели. И начать разрывать анусы всем, кто обижал. И вот это все. 27,9. Хух, халла. Не знаю, кто это. Лей. Опять чей-нибудь фейк. Это Икарус, наверное. Как всегда. На конфиге Зерга. Он Dead Clan Pro. Давно не существующий сайт. А может быть это конфиг Москаля? У него же там тоже так? Или конфиг Экстен? Да, в натуре. Может быть. Ну, не знаю. Угу. Ну, посмотри, у меня там что за сервак. Ладно. Тортуру прошел быстро. Все, в принципе, неплохо. Единственное, там, на... На одном повороте я на следующей демке заострю на это внимание. Там на одном повороте все почему-то допускают пока что ошибку. Они по очень широкой траектории идут. Ты, наверное, тоже там заметил. Ну, давай посмотрим Эфиопа. 27,4 на 500 побыстрее, чем Хух Халла. Лей. Так. Так, сейчас я прямо вот покажу. Ну, тут у Эфиопа тут все хорошо. Эфиоп никуда не торопится. Ну, как бы торопится, надо же быстрее пойти. Вот этот поворот. А нет, не вот этот. Вот этот поворот. Да, вот тут. Там можно по более узкой траектории проходить. И на этом очень много сэкономить в итоге. Возможно, даже сделать какой-то минус джамп благодаря этому. Ну, вроде его трудно там проходить по узкой траектории, потому что там фиг долетишь. Ну, с таким стрейфом, когда у тебя там... Вообще ничего не можешь. Ну, с моим, то есть. Ну, да, ну, да. Мы же все видели, как я вначале стрейфил вот это. Так что, да, я тут сижу, типа, да вот это неправильно, неправильно, а сам ничего не могу. Старею. 26,5. На секунду перебил варпак. Очень большой отрыв. Это я точно варпак там идет, да? А ведь мог такой тайм сделать. 6 секунд. 6 секунд. А, ай, да-да, варпак. Почему вот ты не добил эту карту? Вот почему? Так что, да, давай посмотрим. Ну, вроде Dart Neo Edic собирается сделать этот ультимейт. Ну, посмотрим. Удачи. Искренне удачи, желаю тебе, да. Удачи, да. По широкой траектории сделал лишний джамп, по-моему, варпак на старте. Минус. Это... И ты хочешь вандеды, варпак? Стрейфить сначала, научись. А то тебя Москай не возьмет обратно. Не возьмет обратно. В молодежку обратно. Да. Без логина, к сожалению, прошел 26,5. Ну, я думаю, не особо, к сожалению, потому что 26,5 это не самый сильный тайм. Ну, я думаю, что сам варпак тоже имел плюсы. И, возможно, он, скорее всего, прошел чисто для галочки, потому что этот звоб, ну, я почти сделал, да что-то так просто пройду, и вот это все. И вот сейчас у нас встречаются 2 одинаковых тайма. Год Ксилиджиэн и Лунтик. Посмотрим Ксилиджиэн первого, на который перебил варпака на 100 плей. Ну, не на 100, точнее, на 60. Смотрим разницы. И варпак, смотри, там указывает, типа вот так.
позиции. Показывает, видать, как он там ультимейт делал. Да-да-да. А, Лунтик говорит, стартом войти не могу. Ой, Лунтик, господи, мы тут тебя так хорошо отзывались, ты говоришь, старт не можешь. Ты еще надо задрачивать долго, ну нах. За сколько ты сделал ультимейт? Минут за 30 где-то, ну первый самый. Ну, блять, изи. Ну, хулиган молодец, да, вот и Лунтик. Надо найти, где у них разница, и сравнить абсолютно эти демки, поехали. Точно такой же тайм, и это очень классно, что у нас почти в каждой, по-моему, в каждом обзоре есть такие таймы, которые абсолютно не различаются по тайму, фрейм в фрейм, но при этом они разные. Немного дерганные такие движения, в принципе, но это как бы нормально, но... Не знаю, ну по этой, блин, я бы очень хотел покритиковать, посоветовать что-нибудь по части стрейфа, но на этой карте это, к сожалению, невозможно, потому что здесь просто, типа, жмешь кнопку в бок, поворачиваешь, жмешь другую кнопку в бок, поворачиваешь. Ну да, карта такая. Ну да, особо и как бы ничего и не посоветовать. Ну это то, что я увижу, я обязательно скажу, так что... Так что да. На 200 перевел Хейз Лунтика. 26,2. Блэй. Лунтика и Хулигана. Лунтика и Ксили Джена. У него ник такой прикольный, скобочки. И нолик. Такое одинокое. Надо бинт. Ты типа знаешь, как ты... Я сделал. Это знаешь, когда... Ой, на краешек прям финиш залетел, очень классно. Финиш получился очень хорошо, да. Так, дальше. 25,2. Большой-большой отрыв от Хейза. Целую секунду Торнер отжал. Плей. Насколько мне известно, Торнеру мапа не понравилась. А мы не можем видеть ники голосовавших? Вроде... Это анонимно, да? Угу. Надо носу сказать, чтобы мы-то могли видеть. Ну, в принципе, вроде Торнеру, в принципе, такие карты не нравятся, там, где спейсинг, вот это все, ему нравятся такие, где... Пострейфить там, по зонам попадать, а тут особо-то не пострейфишь, по зонам не попадешь. А ты жмешь какие-то. Ну да. А тут финиш, кстати, он же прямо по этому квадрату натянут, да? Ну да. То есть нужно прямо в уголок падать, чтобы быстрее зафинишировать. А почему Торнер тогда сбоку зафинишировал? Да, Торнер, мне его мысли иногда не Он иногда дичь отправляет, а какой-то, а иногда топовые таймы. Вообще. Ну, по настроению. Ничего страшного. Сити Хабиб на 40 побыстрее, чем Торнер из Румынии. Play. So, City. I will say nothing for now. Неплохой циркл с поворотом вправо. Смотри, Сити! 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 Первая демка со срезой. Красавчик! Первая демка того, кто умеет думать, так скажем. Красава! Сити! Best! Very nice demo. Very nice demo, pretty much. No, pretty nice route. But try your better next time. Ну, типа, старайся лучше, я ему скажу. 23.7. С еще большим отрывом у нас идет монтер на 1.5 секунды практически. Play. Как там правильно-то? Старайся лучше, я даже гуглил. Try your best, по-моему. Типа, пробуй свой лучший. Старайся лучше. Неплохо. Сервер таймы какие-то странные пошли. Вон, у Сити была 1 минута, у этого вообще 12. А причем он не срезал.
Вообще не срезал. Он Такой просто. Хороший тайм сделал. Он там Смотри. просто за минус джампил. Повсюду просто. Ну не повсюду. Кстати, он один минус джамп упустил, там был момент, мне кажется. Кстати, по центру прошел тоже неплохо. Да. Молодец, молодец, монтер. Но старайся лучше. Тебя Зорн перебил. Монтер, ты вообще распоясался уже, тебя Зорн перебивает. Кстати, айдишник, Дэнки, смотри какой, 9-9-7-9. Семерка все. Да. А семерка есть у тайма в тайме у монтера, между прочим. Неплохо. Это все как бы заранее продумано, это все судьба. Да. Ну и на 200 Зорн перебил. Дай посмотрю. Рлау. Рлау. Ровно причем на 200. Я надеюсь, что тут будут срезы какие-то. Хороший серкл, кстати, на 600. И неплохой стрейф. Дабл джамп, кстати, от нижней ступенечки. Это очень правильно. Заюзал вот эту срезу. Ну, не сказать, насколько это правильно. Потому что ты там все равно над полом летаешь где-то. Не, ну, не знаю. Надо тестить. Застрейфил не очень мог сделать минус джамп до первого квадрата. Ну, кстати, да, там он, где вот эти две пропасти, да, когда на уголок типа прыгаешь. Мне кажется, там можно вот этот уголок не юзать, а сразу туда прыгать. Типа спейсинг подровнять. Что-то жесткий прям, это вообще. Да. Вот видно сразу, просто сразу такие роты выдумали. Так не, по-моему, точно можно. Ну, не знаю, надо тестить. Эвенджер, он же Роди, 22.4, перебил на секунду Зорна. Лей. Он же Бубльгум. Он же... Кто там? Ну все. Бубльгум. Жвачка. Тоже даблджамп делал, но делал даблджамп от верхнего квадратика, тоже делал эту срезу. Тут у него все хорошо получилось со спейсингом. Благодаря этому в основном и вытащил. И неплохо застрейфил, на уголок приземлился и занимает второе место, а до первого ему неплохо. Еще 12 секунд. Старайся лучше, Роди. Но демка классная, да. А, походу у меня там был уже... У тебя там 10 секунд, походу, был. А, не, подожди, 12. А, у тебя 9 и 8 там было, походу, 9 и 9. Ну, что-то такое, типа. Да. Окей. А, на соточку перебил Cute Bones. Кто это такой, мы не знаем, вроде. 22.3. Опять фейки. Икарус, вот, надоел. Ну... Икарус, завязывай давай с этой темой. Че, Мюнкс? Мюнкс с головой Саржа, хочу заметить. Как ты, у тебя окно третьего вида, да, еще стоит? Ну да, там сверху справа. А, не, я его выключил на какое-то дурацкое. Я тоже выключил, но не могу. Почему? Запрещает совесть, не знаю, отстань. Так давай сейчас выключим. Ну прошел неплохо. Не знаю, оно прикольно там поугарать над Мюнкс там с головой Саржа вот это все. Над кипишем, да, с этим. Ну. С. Как его называют? Динозавром. Ну и первые три места, собственно. Кстати, Cute Bones, я не знаю, если ты смотришь обзор, напиши, пожалуйста, в комментариях, какой у тебя ник может быть до этого был, или откуда ты вообще взялся. Это очень интересно. Мы не хотим быть в неведении и поведаем всем потом твою историю анонимного дефрагера. На 10 секунд перебил Ульмвар, сделал звоп. Оп, ультимейт, оп. И там вот это все. Поехали. Поехали. Итак, обогнул старт. Играет орбом. Неплохо. За это можно уже отдельный лайк сделать. Да. Ну, то есть, вот даже, вот мы все знаем, что Ульмвар обладатель среднего скилла. И ну, чуть ниже среднего. Даже, да, чуть ниже среднего. Ну, как бы, не в упрек, без обид, если что. Просто, ну, как есть. Собственно, это важно осознавать тоже. Ну, и, конечно, видеть свой рост тоже. И, собственно, этот молодой человек просто взял и сделал... Ультимейт оп, выровнял градусы, пошел, выровнял, зацепил финиш, ой, старт. Это очень красиво выглядело, кстати. Да, это очень круто.
Сервер тайм всего 40 минут. Даже не ожидал, знаешь, типа везде так спотыкается, как-то так не очень проходит, тут делает ультимейт, тут такие четкие движения. Да, ну очень круто. Реально, я очень рад видеть в этом списке Ульмвара и Икаруса. Понятно, что Димон, типа, это, мне кажется, у тебя такой челлендж был. Типа, бля, буду сделаю, да? Ну, я люблю такие карты с такими роутами ебанутыми. Ну, ты будущий Жан, типа, я думаю. Потому что Жан тоже всякое такое любит. Ну, в общем, да, Ульм большой-большой молодец, красава. Икарус на 1.3 побыстрее. Тот же звоп. Давайте посмотрим. Плей. Обогнул финиш, играет на Сраш. Это шутка. Неплохо, Икарус. Такой же валидольчик уже подсыпал такой, типа. Ща будет, смотри. У него, видать, в предыдущей попытке почти получилось, но зафейрил, поэтому он теперь не сюрприз. Ты чё там на тортуре? О, господи. Ну, Икарус, ну чё ты? По-моему, были проблемы с тортурой, он не мог их нормально пройти, он их отдельно задрачивал ещё. Я думаю, надо ввести награду дополнительно к оригинальности за самую смешную демку. Рассмеши этого, типа, кастера. Плохо. Фанни демо, типа, назвать ее как-нибудь. Ну, застрейфил классно. Пешком, кстати, много. Да, но все равно побыстрее получилось, почетче, чем у Ульмвара. Очень классно, большой молодец. Ну и Димон, великий, ужасный, тути-фрути. А кто такой Юдмитрий? Я не знаю, лох какой-то. Это фейки Каруса, походу. Ну. Там сям, тути-фрути, удмутри, удмитри, уфмутри. Че у тебя там еще было? Паук. Паук. Все это он. Встречаем! Первое место на 1.3 перевел Каруса. Давай. Угрожает нам тут мошной, перчаткой. Бля, почему угрожает? Почему нет? Ну да, почему бы и нет. А типа, подожди, а зачем ты огибал? Не, ладно, сейчас. Так, выровнял. Там можно как бы там слева там пройти, но это сложно. Ну да, да. Там типа сложнее, надо стрейфить лучше, да? Вот запорол немного, об стенку ударился там. А. У меня был чекпоинт, плюс 500, я мог перебить Веспу, но сделал даблджамп из-за... Cool story. Жестко. Так и в итоге ты это с какого раза вот эту демку записал? Сколько ты... С какого раза? Да, ну сколько ты времени вообще потратил вот на эту демку? Дня два, наверное. Ну вот видите. Просто, мол, времени не было. Ну, типа, просто взял и задрочил. Я думаю, что то же самое мог бы сделать монтёр, мог бы сделать Зорн. Я бы мог это сделать. Тут. В натуре, Егор, ты что не сделал? Я не участвую в квалификации. Я думаю, мог бы тот же, особенно Хейз, допустим, да, он же тоже старый матерый чувак. Роди мог бы сделать. Лунтик, я думаю, при должном как бы упорстве тоже мог бы разочек сделать. А нужно это всего раз сделать и уже там тихонечко хотя бы как-то доковылять. Хотя бы там как-то 15-16 секунд, да, можно было бы поставить. Ну, очень круто. В общем-то, давайте посмотрим темки Веспа. Первое, это просто стрейф без оба 16.4. Если вы слышите Дятла Вуди, значит, кто-то подписался, значит... Спасибо за подписочку. Я не знаю, почему есть звуки в другой сцене. Ну да ладно. Так, Весп. Офигеть, это что за джамп такой был там от этого? Что? Лол. Он как будто бы типа паркуром оттолкнулся от него. Лол. Это ты которую смотришь? Это за 16.4 я смотрю. Подожди-ка, я сделаю таймскейл.
0.5. Еще раз включу. Там на старте, когда на второй этаж типа поднимается. Версия дефрага 1.91.08. Лох. Вот, вот этот вот. А, да ладно! Он залетел на нижний кубик. Типа, сделал небольшую паузу и с кнопкой назад оттолкнулся от него, сделав даблджамп. Типа, это овертехнично. И в конце у него что-то... В конце как будто бы там скейлом запахло, у него как-то рука дернулась нездорово. Ну да ладно. У него все нездорово двигается же. Ну да. И я, пожалуй, с тем же там скейлом оставлю... С каким? 0.5. 9.1, почти 9.2 от Веспа. Были эти демки обе записаны на время прохождения самого вот этого кланвара. Участвовали, собственно, два клана, кстати говоря, по-моему... Это, по-моему, такие кланы и были, FKS и ICE. Да, вроде бы так. Неудивительно. Ну, да. Так что, да, поехали. 9.1. Ну, это очень круто. Не знаю, если бы, допустим, Весп этого не сделал, то кто бы мог сделать это вместо него? Какой трикс ты имеешь в виду? Стоп-скин? Нет, ну вот этот вот... ну, ультимейт. Ну, ультимейт-то мог кто угодно еще сделать. Ну, типа, это надо найти, это надо проверить, чекнуть на облет старта. Там, вроде бы же, там, я смотрел комментарии к этому клонвару, там еще кто-то это видел, говорил об этом роуте в онлайне, но все говорили, ты что, типа, чокнутый, типа, такое делать. А, да? В итоге все забили, и в итоге только Веспа и сделал. Неплохо. А сейчас смотри, как время прошло, и уже весь топ-3 с этим. Да-да-да. Ну, да, в целом... Уровень дефрагеров очень вырос, прям вот очень-очень вырос. И что, не может, конечно, не радовать. Он тебя ультимейт делает? Нет, он подходит к нему сейчас. Он у меня присел уже. Вот он у меня сейчас подошел, развернулся, присел, идет. И делает... Он его очень поздно задел, этот старт-таймер. Вот прям максимально поздно. Подожди, а разве... А если типа не делать звоп, ты можешь же выровняться по краю. И... Ну-ка, вот я зайду сейчас на сервер. Не, серьезно. Давай там, делай, перебивай вес. Еще один рекорд, который ты перебьешь. Не-не, смотри, я тебе серьезно говорю. Вот смотри. Я посмотрел. А чё ты? На тот же сервер, да? Да, да, да. Это, блин, мне кажется, это более чем реально сделать такое. Без воба ты имеешь в виду? Да, да, да. У нас же тут девмап. Без разницы. Ой, блядь, читы для слабаков. Да. Ух, как ты долетел-то неплохо, да? Даблджамп, Егор. Что? Что это? Вот, с приседом, нормально хоть так. Типа смотри. Посы в посте. Да, ты в пост. Типа ты можешь прямо вот... краешек падать, просто с кнопкой вперед зацеплять и залетать сюда. Ну, я с таймскейли так и делал. Ну? Что-то не получилось. Так почему не получилось? Ну, не зацепляю, не зацепляю что-то. Сейчас, прикинь, будет... А, ой, оба выключены. Ну ладно, ну кто хочет, можете попробовать, можете потом мне в личку демку скинуть, я обязательно ее покажу. А сейчас... Да что, в личку всем кидайте вообще, всем, кому возможно, кидайте эту демку, если вы это сделаете. Да, и вот покажу вам провзер, собственно, вот он, третий раунд. Нет.
В общем-то, вот результаты. Ты не делал эту, да? Нормально там все? Да, там все нормально. Вот пока что ситуация такая в ЭКУ-3. В ЭКУ-3 первые топ-4 у нас квалифицируются это Кет, Монстрик и Хейз. Хейзбаллах, почему-то. Ну, ничего страшного. Вот, в принципе, по очкам, ну, тут уже сложно будет. Мог бы Лунтик, вот, кстати, классно, да, Лунтик 5, нифига. Неплохо. Жестко, по общему, Литиум 6, ну, он, ладно, отправлял на одну карту. Ну, да. И в ЦПМ 4 места, тот же Хейз, и Эвенджер, Монтер и Тутти Фрутти. Я думаю, Икарус, если поднапряжется. Вы чекайте, кстати, общую таблицу, это очень важно. Да что нам Икарус этот? Варпака бы в топ-4 попал. Ну, Варпаку, я не знаю по поводу шансов просто. Варпаку нужно очень сильно-то запотеть, чтобы перебить Хейза, чтобы очков ему в итоге хватило. Ну, кстати, вот четвертый раунд, это же у нас Виапон карта. Я думаю, что у Варпака есть шансы. Так что, вот, такие дела. В следующем обзоре мы покажем overall результаты и, собственно, уже будет ясно, кто точно проходит на дуэльный турнир, призовой фонд которого уже там около 7000. Кто хочет поддержать этот призовой фонд, можете мне на стриме, либо как-то через личку со мной связаться, закинуть каким-либо образом. Я вас в список сразу же. А на этом, в принципе, все. Есть что сказать еще, Димон, по поводу карты, может быть? Да, вроде бы нет. Уже все сказано. Ну тогда всем спасибо, пишите комментарии. Если вы не поставили лайк, сейчас самое время это сделать. И подписаться, собственно, тоже можно. А ты подписался, Димон, кстати? Конечно, я что, дурак, что ли, на Вуди не подписываться? Это такой просто. Будьте как Димон. Будьте как Димон, ребята. Мне даже грустно почему-то стало. Что? Я не знаю, Почему? я взгрустнул почему-то. Ну да ладно. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи и до встречи в следующих обзорах и на стримах. Всем пока.